В Управлении по развитию языков Карагандинской области прошла встреча с общественными активистами, которые в своей каждодневной работе способствуют реализации государственной языковой политики в регионе. Подробности в следующем сюжете. Основная цель встречи – совместно рассмотреть пути решения языковых проблем в регионе, обсудить планы на будущее. В ходе мероприятия была дана информация о реализуемых коллегией проектах и методике преподавания государственного языка. Заслужены предложения и мнения активных граждан. Пока со стороны молодежи не будет личной заинтересованности, все наши попытки будут безуспешными, просто как деньги в песок. Поэтому наша задача – стимулирование проектов среди молодежи по поддержке государственного языка. Еще одна функция мероприятия – содействие формированию гармонично развитой личности, содействие изучению государственного языка в целях формирования образованного и высокопрофессионального молодого поколения казахстанцев. Я всегда говорила и говорю, как никогда сегодня актуален вопрос, который неоднократно озвучивал глава государства в своих программах. Для успешного развития государства для всех граждан Казахстана особое внимание уделяется развитию, обучению и воспитанию подрастающего поколения, где неустанно повторяется, что каждый молодой человек должен знать государственный язык. За годы независимости в республике созданы все условия для успешного созидания, работы и обучения. Надо стремиться к познанию на нашем возрастном уровне по возможности, а молодежи в совершенстве. И для этого все условия в государстве создаются. Осознанное отношение, особенно русскоговорящей этнической группы в Казахстане, к государственному языку, позволит изменить кардинально, достаточно эффективно внедрить его в деловую жизнь республики. Резюмируя выступление участников заседания, можно отметить, что было высказано много интересных предложений, в частности, об увеличении количества дошкольных учреждений, о создании новых программ на электронных носителях и включении их в единую электронную сеть по изучению государственного языка. Роберт Граф, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал.